Всем привет! Вот такой вот осенний урожай. Середина октября. Можно сравнить. Видите, вот яблоки. Кстати, вот эта семеренка сорвана с одного дерева. Видите, зеленая-зеленая. А это вот еще с бочком таким, на солнцепеке было. Если это в середине закрыто листьями зеленая, тут на солнцепеке такие вот получаются. Конечно, яблоки вот такую вот за один раз и не съешь. Ну, прикольно выложить на стол. Яблоко, груши. Видите. Ноябрьская будет лежать до Нового года, потом начнет желтеть. Хотя и сейчас она сладкая. Сладкая груша. Иногда хочется игрушку съесть. Так, я вам сейчас покажу дегустацию лаймовских мандаринов. Лаймовские зеленые. Почему? Мандарины нам срывают зелеными и везут в ящиках. По дороге они поспевают. Вот они у меня висят вот такие. Видите? Черешок он какой крепкий там. Крупные будут. Один, если оставить на таком дереве, вот видите, дерево какое. Будут крупные. Тут у меня и трава растет, все хватает. Ну и поливать надо, чтобы хотя бы 100-150 грамм воды. Она стекает туда и корни назад всасывает. Это 8-летний мандарин. Видите, ему листья такие жирные, толстые стоят. Ему ничего не будет. Сейчас он буквально все направлен на созревание плода. Но если вы сорвете плодик, ему станет легче, и он начнет готовиться к цветению. Здесь появятся бутоны почек, все, и зацветет. Ну, об этом есть у меня другие видео. А сейчас проводим дегустацию, как обещал. Так, я поставлю камеру, чтобы она не двигалась. И вы увидите деда. Всем привет! Так, вот наш мандарин, зеленый, сорванный. Его можно и ножом чистить, а можно руками. Мандарин уже начинает, когда чистишь, запах такой раздается, классно. А, шкурку очищает. В середине он светлый, он становится. Я сейчас покажу поближе, очищу, чтобы вы видели. Новый год. Рождество. Уже сейчас чувствуется с такими фруктами есть. Видите, зеленый уже очищается. Полежит, начнет светлеть. Ну, посмотрим, как он. Смотрите, видите, я очистил. О. И при вас сейчас его разрежу. Это у меня еще один экзотика. Сок брызжет. И действительно он сладкий или нет? Я бы сказал бы кисло-сладкий. Но такие можно есть. Шкурку. Шкурка, по-моему, сладче, чем сам мандарин. Так что шкурку можно заварить как чай. Но витамин С чувствуется уже здесь. Горечь. Да, этот лучше. А вот такая вот экзотика. Я думаю, каждый захочет выращивать. Видели? Арбузики. Маленькие арбузики. У нас сейчас капуста маленькая, яблоки маленькие. А это вот такие вот арбузики созревают у деда. Люблю я всякую экзотику. Можно наслаждаться не только жизнью, но и вкусовыми качествами продуктов. О, боже мой, куда там этому мандарину до арбузиков? Спасибо, что заходите, спасибо, что кликаете и смотрите.
И вас также со всеми с праздниками октябрьскими. Пока. До новых встреч.